Всем привет! Ну, как всегда, репортаж с Полтавы. Доехали мы в гости еще на одну выездную пасеку. Денис, доброе утро! Привет! А можно на камеру? Как вас зовут? Игорь меня зовут. Игорь, а это фамилию? Единак. Единак? Да. Единак Игорь. Ну вот это я для Ютуба поснимаю, если вы не против. Вы не против? Да. Просто мы вот по Молдове сколько всего нас снимали и посмотрели, а у вас необычная пасека, альпийская. Не совсем обычная. Не совсем обычная, поэтому как бы... А можете пару слов, от чего такой выбор альпийцев? Альпийц. Вот, допустим, корпус альпийца. Они есть в основном двух вариантов встречаются. На 220-ю рамочку и на 108-ю. У меня средняя, у меня 145-я рамочка по высоте. Остальное все так же. Рамочка на 300, и тут внутренний размер 300 на 300. Ну, вам нравятся такие именно форматы из-за, я так понимаю, веса? Из-за веса, да. Были проблемы со здоровьем, пришлось вот переходить на эти... Здесь 8 рамочек, рамочка в среднем в районе килограмма. Ну, вы довольны? Как? Да, в принципе, ничего не могу сказать. Корпуса. А ули сами делаете или на заказ? Да, делал все сам. Вот тут у нас такие вот рамочки. Угу. А можно вопрос такой, мы распространенный? Ух ты, красиво. Да. Какая у вас пчела? Порода? Не порода? Ну, в основном бакхаст. В основном бакхаст. Да. Вы довольны? Да, я доволен. Уже менять ничего не буду. А как откачиваете вот эти рамочки? Откачиваю радиальной медогонкой МР-32 советского производства, еще Дергачевского завода. Украинского? Ну, украинского. Украина. Ну, да, Дергачи, Украина. Дергачи. Харьков. Ага. И вот так. А у вас тут проволока, не проволока? Без... Здесь проволока, как... да, нержавейка, проволока. Раньше пытался использовать проволоку, вот, как альпийская рамка, она проволочная, только верхний брусок деревянный. Она не пошла у меня, пришлось перейти на дерево. Ну, проблем больших нет, делаю ульи, эти рамочки. Я только увидел, хотел спросить, вы делаете вот с таким шипом, так сказать? Да, делаю такой круглый шип, собирается очень быстро. Рамочки тоже сами, да, делаете? Рамочки делаю, вот круглый шип, здесь никаких гвоздей, только оно держится очень хорошо. А, то есть это без гвоздей, просто шип и все, я понял. Но это самое, да, эти забивал гвозди последние. Первые делал. Это, ну, чтобы как бы не вытаскивались, а так без гвоздей, да? Да, да. Ага. Вот так, вот она. Прикольные рамочки. Рамочка, да. Ну да, легко. И, а можно прицеп ваш поснимать? Да, без проблем. Я тут смотрю, вот тягаете вы их трактором, да? Да. Ну, это обычный зиловский прицеп. Зиловский прицеп. Да. Убрал просто там пакет этих рессор. Оставил только 3 листа рессоры. Угу. И убрал подушку. И он получился низенький вот такой прицепчик. Ага, и колеса, да, тут же... Да, и колеса ступицы переточил на УАЗовские ступицы. Вот, резина, цешка на 15 и все. Идет очень мягко, хорошо. Сколько тут улей становится? Здесь 36. 36. Да. 36. Здесь вы на подсолнухе стояли, да? Да, тут вот подсолнух в округе. Поля подсолнух. Уже все, перецвел, надо выезжать. Красиво. Это вот это две платформы. Одна там вон вдалеке. Это, ну, да? Это, да. Ну, ваши же, да, да, платформы? Да, да, я тоже. Вдалеке. И одна здесь. Вот так, пчелки. Литковый заградитель у меня такого типа. Ну, я думаю, это собственного производства. Угу. Как говорится, не увидите такого больше нигде. Вот если надо сократить литок, он вставляется так. Если надо закрыть, да, литочек, да, вот он вставляется тут. Ну, очень, очень просто, да, и плотно закрывается все. Угу. Угу. И до скольки корпусов максимально у вас доходит? Ну, так. До 10. До 10, да, корпусов. До 10. А году... гнездо вы... 3 корпуса. 3 корпуса, да. И разделительная решетка? Нет. Или нет, оно, нет. Они сами там сидят, как, да? Как правило, матка не поднимается выше 3-го корпуса. Угу. Ну,
выше 4-го точно. Ну, да. Да, уже, я так считаю, до кислорода ей не хватает, может быть. Да, и она просто туда не идет. Ну, в принципе, так оно и есть. Не использую, да. Разделительную решетку использую только для отводков. Если надо мне делать отводки, вот я нашел, допустим, до расплода дошел, беру, который мне нравится расплод, и кидаю его наверх. Ага. Разделительную решетку кидаю, чтобы матка туда не залезла. Да. И так все сделал, а потом в один день просто делаю отводки. Здесь вот один корпус, это один отводок, что удобно. На отдельное дно кинул его крышку сверху, вот тебе отводочек, сразу готовый. Угу. В перерасчете на додановскую рамку три рамки, грубо говоря, отводок получается. А качаете мед дома или тут прям, ну? По-всякому, но обычно дома. Дома, отбираете корпуса, да, везете, а пчел сметаете, выдуваете, как вот именно с пчелами? Вообще до сих пор сметал, но в прошлом году купил воздуходувку, в этом году буду выдувать. Ага. Просто корпусов много и сметать. Ну, сметать, да. Сметать. Ну, пчелоудалителями так не пользуйтесь никакими. Ну, чтобы там поднять корпуса. Вы видели, поднимая сейчас пчелы практически в верхних корпусах. Ну, в принципе, да, запечатано ее там нету. Да. Там. Понятненько. Ну, обычно то здесь, вот в районе где-то сколько у нас? 8 корпусов. Где-то 5 корпусов меда, 3 корпуса это уже расплодное гнездо. Ну, запах есть, запах меда. Ну, чувствуется прям запах. Еще что-то. Но это не подсолнух, это подсолнух. Просто, ну, не знаю, может это... Да, может трава. Ну, запах чувствуется. Нектара или меда. Пчелка спокойная. Вот мы свободно ходим здесь. Так. Да, перед литками стоим же. Да, работаю без маски, без ничего. Ну, оно сразу видно, когда ну, вот перед литками стоим, да. И лед желтенькая, есть, красивая пчела. Просто одно вот это, если не секрет, какие-то обозначения? Это на акацию я помечал корпуса. Все. Я понял, то есть... Суши подставлял семьям, вот чисто на акацию, потому что, чтобы уже отбирать мед. Чисто акация. А пользуетесь, конечно. Я смотрю, холстиками, да? Или есть пленка? А, есть пленка, увидел. Сейчас в основном на пленку перехожу. Угу. А крыша состоит, пенопласт или самой крыши? Утепленная, не утепленная? Утепленная, да. Утепленная. Вот здесь пенопласт, да, она на хлопочку. Да, я знаю, у меня такие похожие. Вентиляции никакой через верх у меня нет. А днище глухие донья или там сетка есть? Есть глухие, есть сетчатые, да. И, а вы в основном перейду на сетку. На сетку. Да, все-таки уже... есть преимущество, да, что на сетке лучше, да? Да. У меня зимовали в этом году на сетке. Я доволен. Понятно. Ну, спасибо вам за экскурсию. Да. Что-то новенькое, потому что, все, корпуса для разнообразия, да. Класс, спасибо. Ну что, друзья, вот такая пасека. И вот такое красивое место. Все, спасибо. Приезжайте к нам. Приедем обязательно. Все, всего хорошего, друзья.